Всем известно, что любое живое существо поддерживает комфортное состояние своего организма благодаря употреблению правильной и полезной для него пищи. И человек не исключение. В еде содержатся все необходимые элементы и витамины, в которых так нуждается наш организм, особенно в осенний период, когда нужно запасаться витаминами на зиму. По словам специалистов, сделать это сейчас несложно и недорого. Ну, к примеру, больше есть овощей свежих, зелени, тем более сейчас еще есть такая возможность в данный момент времени, да, едайте продукты питания в свежем виде, например, овощи, фрукты, ягоды, то это лучше, конечно же, делать. Ну, в частности, витамин КД больше есть. Она, конечно, в рыбьем жире содержится, но она повышает усвоимость кальция. Чтобы витамин КД усваивалось, необходимо витамин КЦ больше кушать. По словам специалистов, на пищевые привычки человека влияет огромное количество факторов. Это национальные особенности, деятельность человека, а порой и стоимость тех или иных продуктов. Питание человека, живущего в условиях жаркого климата, будет значительно отличаться от питания северных народов. Человек, живущий в условиях холода, будет потреблять больше жирной и сытной пищи, так как его тело тратит большое количество энергии на то, чтобы согреться. Так как климат в Самарской области умеренно континентальный, со стабильно жарким летом и морозной зимой, предпочтения в еде у жителей меняются в соответствии с сезоном. Я зимой больше ем, чем летом. А осенью овощи, летом фрукты больше, летом вообще не хочется кушать. А вот зимой, да, зимой хочется кушать. Да. Ну, конечно, зимой хочется, как бы, мы живем в холоде, просто хочется там более мясной пищи, более горячего. Ну, конечно, конечно, меняется. Ну, сейчас вот овощи пошли, фрукты, поэтому этого больше. Зимой там, допустим, что-то другое, мясо там, допустим, рыба. Предпочтения в пище могут многое рассказать о человеке, говорят специалисты. От правильного питания напрямую зависит не только физическое здоровье человека, но и эмоциональное. Для того, чтобы исправить плохое настроение, достаточно съесть что-нибудь вкусненькое. Светлана Тимофеева, Александра Гусева, Григорий Плешаков. События.